А перед началом этого ролика я хочу вас попросить подписаться на вот этот канал. И да, тут пока нету видео, но они будут, и первое видео будет со мной. И да, вы видите, наверное, схожесть цифр, и да, это не мой второй канал, это просто канал моей девушки, и поэтому я его рекламирую. Нет, вообще я просто заставляю свою девушку снимать на YouTube, и я ей просто создал канал, и... Короче, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, скоро выйдет первое видео со мной, как я буду ее учить играть в Майнкрафт. Ну нет, она умеет как бы играть в Майнкрафт, ну, чуть-чуть. То есть, ее многому еще надо учить, и мне кажется, что это будет интересно, поэтому я и создал канал. Вот. Ну а мы переходим к ролику. И всем привет, дорогие друзья, с вами Кипрыс, сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Короче, сегодня мы будем играть в Таркаду. Это такая игра, где в самом начале нам дается кубик, то есть игральная кость, так сказать, в которой мы должны будем выбить от 2 до 6 очков. Вот, дальше выбирается рандомная игра. Мы играем в эту игру. Люди, которые заняли первое, второе, третье место, они получают дополнительные кубики, а те, кто занял ниже уже места, те... получают как бы один только кубик, второй не получают. Вот. И получается так, что у всех есть по одному кубику от 2 до 6. А те, кто занял первое, второе, третье место, у них есть кубик. То есть у первого... Ну, да, второй кубик. То есть у них первый кубик и второй еще у первого места он получается от 5 до 6 можно выбить. А у второго места он от 4 до 5... Или от 3 до 5. Я точно не помню. Вроде от 4 до 5 можно выбить. А у второго места от 2 до 3. То есть вот так вот. Да, и самая главная задача это побеждать в играх и заработать 50 очков. Вот. И кто быстрее всех заработает 50 очков, игра оканчивается. И, так сказать... Ой, да. Долго объяснять, конечно, получилось. Ладно, чё, ждем игроков. А то что-то как-то мало заходит. Ну ладно. Так, короче, сейчас начинается игра. Вот, в самом начале нам... интернет, я тебя обожаю. Вот, выдается кубик, мы выбиваем себе пятерочку, мы на втором месте. Кто-то себе, конечно же, выбивает шестерочку. У кого одинаковое количество этих? Так, нам выпал Сплатун, я не знаю, кстати, что это за игра. А, нет, знаю, надо, короче, заполнять вот эти вот все местности. Короче, прибавляем себе прессовочку на 4. И сейчас нам надо будет заполнять все своим цветом. Вот так вот. Заполняем все своим цветом и пытаемся победить. Вот. У меня лагает интернет, поэтому вот. Почему? Стоп, что за фигня-то? У меня интернет лагает. Это что такое? А, во, все, отлагал. Блин, залагал интернет, я из-за этого теперь на 12 месте, это вообще... Капец. Ну ладно, давайте попробуем сейчас тут все закрасить. Я думаю, что лучше всего тут закрашивать вот эти, во-первых, розовые места, а во-вторых, закрашивать мосты, потому что их тут больше всего, и типа будет так легче всего, и, короче, закрашиваем мосты, вот. Да, я на 10 месте. Блин, это пока мало, конечно, но я на 10 месте, вот. Так, закрашиваем все, где типа цвета нету, все закрашиваем. Фуф. Так, я на 8 месте и... Блин. Опять интернет залагал. Нет, стоп, не лагай, пожалуйста. Не лагай, меня сейчас еще и убьют вот эти вот зеленые твари. Ой, желтые. Розовые, блин, я дальтоник. Интернет просто иногда лагает, и я из-за этого снижаюсь на уровне, господи. Так, вот это вот все закрашиваем. Господи, да блин, не лагай интернет. Чтоб вы поняли, я сейчас зажал кнопку, и у меня ничего не это... Не стреляется. У меня просто интернет завис, все. Все, вы это видите? Все, у меня вообще не пуляется ничего. А, и игра закончилась. Шикарно. Обожаю такой интернет. Мне выпало 3, господи, я на 5 месте. Ладно, ладно, ладно. Так, рандомная игра, Quake. Я не знаю, что это. Стоп, что это за игра? Я не помню, что это за игра. Господи, что у меня с интернетом?
Окей. А, все, я понял, что это за игра. Тут, короче, надо вот так стрелять в других людей. Вот так вот. Пиф-паф-пуф. Меня уже кто-то убил, чё? Вот, вот так стрелять, только почему-то у меня, кстати, лазеров не видно, но... Да. Кто меня вообще убил-то, ё-моё? Как по ней попасть? Фуф, убил. Нормально. Блин, интернет то, что лагает, это очень-очень фигово. Так. Блин, меня убили. Готово, нормально. Стоп, а это не я ее убил? Хедшот. Нормально, это я типа в голову попал. Да блин, стоит такой сзади. Мы друг друга замочили. Что это такое? Я на 7-м месте. 3 убийства. 1-е место, 13 убийств. Чего? Охренеть. О, я 6-ку выбил. Я на 2-м месте, уже на 3-м, уже на 4-м. Так, рандомная игра Gun Game. Я, блин, я название вообще не запоминаю. Так. А, тут, короче, надо драться. Убиваешь, и тебе дают более лучшую оружку, и ты ей дерешься. И кто, короче, больше оружек себе заполучит, точнее, больше уровень оружия заполучит себе, тот и победит. Вот, у меня сейчас лопата. Сейчас я могу обоих этих убить. У меня получается лук. Так, у меня сейчас самая лучшая просто оружка. Да господи, меня убили, я 2-е место занял. Топор, ребята, я на 1-м месте. Я победил, Я занял 1-е место, я добыл себе самую крутую оружку и занял 1-е место. Шикарно, шикарно, ребята. Вот в PvP я мастер. Вот это да. Вот это я могу выигрывать. Так что все круто, все шикарно, вот. Да. Ну, пока будем ждать, пока все закончат, потому что я занял 1-е место, и типа мне теперь только остается ждать, пока игра закончится. Ну, либо просто займет кто-то 3-е место вроде. Я точно не помню, но что самое крутое, что я занял 1-е место. Это вот самое крутое. Так, за 45 секунд я занял 1-е место. И мне сейчас дадут дополнительные кубики. То есть, вот первый кубик выбиваем 5-ку. И 2-й кубик сейчас у меня, он, так сказать, зарядится. И я смогу этот. Да. Так, выбиваем. Я выбил 6-ку, я на 2-м месте, ребята. Шикарно, я на 2-м месте по Таркаде. У меня 25, у 1-го места 26. То есть я... Чего? Что там было написано? Я забыл! Комбинацию надо повторить. Короче, там надо, походу, комбинацию повторить. Да, надо комбинацию повторить. Это сложно. Это сложно. Тут это быстро надо очень сделать. Я проиграл... Что? Я выбил 6. Я на 1-м месте. Но меня сейчас, смотрите, меня сейчас обгонят, скорее всего, потому что у кого-то там... Стоп, нет. Меня не об... У меня... Я 1-е место. Охренеть, у меня 31 очко. 31 очко? Чё? Короче, у меня 1-е место. Я сейчас в ахере немножечко. Офигеть. Ладно, надеюсь, так и будет продолжаться. Моборезка. Надо как можно больше мобов, короче, сейчас захерачить.
То есть и выжать желательно, кстати, да. Но так как PvP мастер, так. Не надо, точнее, не хаваем сначала эту. Так, короче, берем, и сейчас нам надо, сейчас будут спавниться мобы вот так вот. Их надо, короче, ему дохать. Уже вторая волна, что, стоп, чё? А, меня зажали, стоп, нет, 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 нет. А, еще забираем, еще забираем, еще забираем. Так, у меня стрел много. А, да что вы творите? Господи, лагает. Так, зелье прыгучести, нормально. О, давайте тут это поотжимаем у чувака. Ай, блин. Гребаные скелеты. Плюс сила один. Нормально, нормально. Убегаем, убегаем. У меня все зависли. Нет, меня сейчас убьют, у меня лагает. Господи, что за говно? Я завис. Я завис, у меня четвертое место. Я сделал, сколько я сделал киллов вообще, я не понял. Ой, ё-моё, хватит меня обрезать, говнюк. Меня уже с самого начала тут подрезать решили, вообще охренели. Удивлен, что я сейчас еще не умер, то, что у меня интернет вот так вот лагает. Что? Я просто, я в ахере сейчас. Что это такое, господи? Как я живу, как я живу, как я живу, как? Как я это делаю? Господи, что это было вообще? Я в афиге просто. Это что-то нереальное, как я это выжил вообще с этими гребаными лагами интернета. Интернет, почему ты так лагаешь? Скажи мне, пожалуйста. Ладно, давайте, наверное, как-нибудь тут пробежимся. Я надеюсь, у меня получится уже в этот раз хоть какое-то там место занять. Я на втором сейчас месте, хотя тут мест много вторых. Да, потому что мы на одном этаже, поэтому у нас одинаковое место. Вот. Оп, 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 оп. Так, паркурчик, так сказать. Нет, нет, я промахнулся, я промахнулся. Я не попал немножечко и поэтому проиграл. Жаль, жаль, жаль. Чё за говно? Мне 5 выпало, 5, и я опять на втором месте, но меня сейчас чуть-чуть столкнут, наверное, хотя... Хотя нет, вроде меня не должен, кстати, столкнуть. А может сейчас... Да, меня столкнули на третье место. Ну, сейчас, короче, вот этот вот, если победит, то он и победит. Минное поле. Это надо, короче, не наступая на нажимные плиты, сейчас пройти до самого конца. Так, мы убираем игроков. Вот, на эти нажимные плиты нажимать нельзя. И мне кажется, что тут лучше не торопиться, потому что если торопиться, то, блин, то я все равно... Так, как-то... Да блин, я даже чуть-чуть, знаете, нажал, уже сработало, да господи! Да господи! Да господи, мне как можно дальше хотя бы уйти можно. Так. Да блин, я чуть-чуть задел! Ну я чуть-чуть задел. Ну чуть-чуть же. Да ёпана мать! Седьмое место я занял, седьмое. Тут недалеко бежать-то надо было. Я, блин, как бы да. Кстати, можете прочитать правила этой игры, вот. Нажимайте просто на стоп и читайте. Так, мне выпало 4, потому что я не нажал опять, я дебил. Так, все, таркада завершена, победил вот этот игрок. Вот этот вот игрок. Я, кстати, занял 3-е место. Уже 4-е. Меня... Какой-то псина скатил вниз, собака. Да, поэтому я занял 4-е место.
Ладно, ребята, вот такой ролик получился. Если вам понравился, то ставьте лайки, так сказать, подписывайтесь. Короче, я могу больше такого снимать, могу попробовать занять первое место. У меня это даже с одной стороны получалось, потом с третьего места меня каким-то образом вообще сдвинули, непонятно почему. Ну вот. Ну а с вами был Крипер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока, ребята.